Блин, а я замучен, оказывается, сидел. Я микрофон-то замьютил и сидел, болтал сам с собой. Максим аутизм, друзья. Привет. Я же здесь сижу, прям обсуждаю, как здорово жить на белом свете. Когда есть возможность включить стрим и спокойно посидеть, пообщаться. Ничего не поделать. Или как, правильно? Ничего понеделать. Поделать ничего? Whatever. Ай-яй-яй, чуть не открыл. Additional unique item, guys, hype! Бам! Зеленые круги. Так, сейчас будем юник. Давай, бам! Ха-ха. А где? Алло. Дайте юник. Спрятан. Во. Гайс. Это ж не что иное, как... Бам. Коруй вард. Вот это здорово. Классно идешь, а тебе на лицо прям сыпет. Оранженько. Почему именно лучник? Я люблю луки и... луковые... луковые блюда. Луковые билды. Великие луки. Различные комбинации луков и стрел. Люблю постить луки в Инстаграм. Нет. Не знаю, как-то милишникам-то грустновато, наверное, все-таки в этой игре. Не то, что прям совсем грустновато, но как-то мне нравится больше, когда я могу побегать, покайтись, пошмалять, малек. Издалека, аккуратненько, пусть-пусть делать. Мне кажется, это чуть более активный плей стало, чем ты просто забуриваешь лицом в толпу монстров и смотришь на свое ХП. Иногда флашек топишь. Как вы считаете, друзья? Я надеюсь, что меня поддержит большинство телезрителей. Иначе... No way. Level up hype. Привет, Пинги. Бил сегодня свой темплар на хардкоре. Думаю, теперь тень побывать, покачать. Или что, посоветуешь идти. Иди, бро, через лайф-ноды, тогда не сдохнешь. Красненькие которые. Пинги, покажи шмот. Там шмотка, это вообще абсолютно рандомные рарки. Это даже не мерзлиз же. Это я просто хожу и включил пофармить. У меня в середине прокачки возникло какое-то дерьмо, когда я случайно помутнение рассудка было. Я как-то вынул свои гемы, просто удалил их из игры. И вот я это пытался восстанавливать очень-очень долго. Так, закончилось все на том, что я взял дредж баттери. Я взял фигню на ману. Можно здесь хпшку забрать. Можно сюда вот зайти, здесь хпшка есть, и вот здесь есть хпшка. Это вот красненький, про который я говорил, вот рекомендую их делать. А можно пойти сюда, а здесь огонь, guys. Ignite duration. Ignite — это поджигаешь, а duration — это длительность. То есть, если соединить вместе эти слова, получится длительность возгорания. Я люблю подольше, когда все горит. Давай. Хорошо. Сразу стало классно. Купил эту игру за десятки тысяч советских рублей. Играю с 81 года. До сих пор никак не докачаю, блин, этого героя. На самом деле игра бесплатная. И скоро ее даже русифицируют. Вот тогда-то, друзья, тогда-то заживем. Можно будет играть за дворянку. Я, кстати, за нее играю. Ткачиху, повариху. Всех можно будет выбирать, наверное. Ой, там красненькая. Пойдем в красненькое, гайс. ЛМП. Там босс этот. Я не знаю, его можно убить? А если нельзя, я... Он меня не убьет. Я крутой.
Как-то, блин, постримил я этот Path of Eternity и понял, что стримить его навряд ли буду. Хотелось бы разочаровать всех, кто хотел продолжения. Потому что, блин, я начал потом заново персонажа, ходил, все читал, тыкался во все углы, и так здорово было, так классно. А стрим, когда врубаешь, вечно то чатик почитаешь, что еще что-нибудь порофлить, поговорить вслух. Все это как-то атмосферу-то убавляет очень серьезно. Мне такое не нравится. Бам. Скраб. Локализовывать будет немало рой. Еще более лучше есть компания, которая умеет локализовывать. Это даже не 1С. Это Гарена. Поэтому я считаю, что это полный успех. И я думаю, локализация будет на высшем уровне. Всем понравится. Опять же, какая разница, блин, здесь локализовывать все эти... Вот это вот, что ли, вот смотри, локализовать. 20 декстерить. Как это локализовать? 20 ловкости, блин. Я локализатор, внимание, быстро научился. Так, что-то стреляет меня, подождите. Понимаю, доту сложно локализовать. Дота — это сложная игра, там локализация — это серьезный труд. Локализовать, как называется, Суршу Дарксиру, как называется... Я не знаю, что-нибудь еще. Так, нажал. Хочет вывалить много. Как назвать Midnight Pulse, чтобы ни у кого не возникло желания Венере при прочтении этого и так далее. На русском очень много названий звучат, очень окурт, если их переводить буквально. Да, локализовывать очень просто. Просто берешь слово, ищешь слово аре. Воу! Рарки, гайз. Так, сейчас должна быть супер змея. Я ее поджег. И она... О! Чуть не вытек весь. Леди джентльмены. Я... У меня бинт обычно на двоечку этот. Блит. Блитремол. А я чуть не сдох из-за этого. Втопить-то втопил, да не ту. Как-то он бледом-то нормально прошибает. Накрулит. Я помню, на нормале очень простой. И на мерчлисе очень простой. А вот в промежутке, я помню, у меня прям были с ним проблемы. Вот, наверное, как раз накрулит-то и было. Так, а что, есть посеребенкс? Дуск. И молоток. А молоток не лезет. И что делать? Тетрис. Бам. Успех. Пыщ. Пойдем. ПВП нельзя будет увидеть, потому что ПВП — это дерьмо полное, друзья. Ничего себе. А, мне щит-то не нужен. Я оказался загнан по шмату, на самом деле, в угол, потому что у меня рабочий сетап, который быстро расчищает монстров, он требует сокетов. Поэтому мне можно будет менять слоты только на 4 линки нормальные. Это напрягает. Потому что, когда ты находишь апгрейд с нормальными резистами, мне вот, например, сейчас резист нужны. Надо, блин, фигачить там это делать, дерьмо. Как-то я не слишком подробно расписал, что надо делать, но вы поняли. Так, юник. Гайс, смотрите, бам, сюда вот колечко. Молоточек копится, потом можно будет аукцион устраивать и... Либо работать с судьей. Выбор такой. И там очень сильный износ производства. Так,
А я опять туда же. Давай до 50... Подожди, до 53... Ну, давай до 53, бог с ним. В Солярис можно будет, в принципе, пешочком сходить. Можно узнать, ты играешь на лигах, софт или ХК. Обычно под карты. А, вот когда карту, да, включаешь, вот здесь написано. Если одновременно Magic и... А, вот здесь даже название лиги есть. Torment / Bloodlines КЦ Лиагуве. Это значит, что на лиге этой месячной играем. А потому что иначе смысла нет в существовании. Да, молотки для ресета тяжелее, их там точно 20 квальти. Белые обязательно, потому что меньше требует заточка. И продаешь карты любой. И потом чизельки продаешь. Не помню, правда, какой рейд. Да и сейчас пойду в этой лиге. Немножко сдвинулись цены. То ли 3 к 1, то ли 4 к 1. И кто знает. Бам. Вообще на клочине, наверное, можно резистов найти. Но это сложновато, наверное, будет. А у меня с резистами-то вообще... У меня только колда нет. Притом у меня все резисты на кольцах в основном. Хотя не, у меня, по-моему, на всех слотах есть. Да, здесь 25. На поясе вот нет резист. Можно пояс поменять. На ботинках вообще нифига нет, но на них основной дамажащий линк. Который мне вообще никак не поменять, не поменяв. Вообще все к черту матери. Можно, правда, пузо поменять, но опять же 4 соки, так сказать, и хорошие всякие статистики. Приятные. Хотя это круто, то есть можно просто на пофиг пробежать, попробовать. Не, шанс арбами шанса, это больше для рофов, когда они у тебя есть, и тебе делать нечего абсолютно. Можно просто ходить подбирать шанс, но так, чтобы нарочно это делать, я не знаю. Пинги, а ты тут больше не стримить? Знаете, как-то я прямо это... Сходил, погулял вечерком и думаю, блин, в дотку, что ли, засесть, что-нибудь побаться там, поиграть с пацанами, пообщаться. Я потом такой подумал, да ладно, ну в доту, чё? Серьезно, в 2015 году играть в доту? Потом, на втором месте у меня был Super Mario Galaxy 2. Это тоже очень годный тайтл. Но я решил, что там сложная игра, и механически разбираться надо будет очень долго. А хочется лениться, ничего не делать, болтать, сидеть. Откинуться на кресле, водить мышку одной рукой. Вы же сами все понимаете. Выходные. Chill-out фарминг. Вот поэтому решил лучше Path of Exile. Который абсолютно не содержит никакого геймплея вменяемого, что ходишь, как-то по экрану ползаешь, мышкой тыкаешь в двигающиеся пиксели. И здорово. В чате главное видно, вот, чтобы голову еще не поворачивать, прям, да? И все, и можно засыпать постепенно. Гибернацию уходить. Гибернацию. Так, я там куда-то припил. Интересная механика, что многолинк можно повесить на Explosive Arrow, но странная такая. Как их разбер... Так, это какая, конечно? Воу. Это мой основной Explosive Arrow, сейчас качнется и будет больше урона. Правда, что ты живешь в закрытом городе? Да, правда, город классный. Он не то, что прям супер закрыт, то есть всякие религиозные чуваки сюда приезжают. Здесь это Серафим Саровский какой-то супер уважаемый святой. Всякие паломники приезжали вечно. Пускают вроде. Если докажешь, что ты топишь за церковь. Так. Ты что, работаешь? А как же? Не слакать же. Жить на что-то надо, друзья. Или вы думаете, что я с донатов ваших на пирожки этих живу?
По 100 рублей, блин. Я сейчас в магазин сходил, там на 100 рублей уже скоро пирожок будет не купить. Ладно, пирожки это вроде еще нормальная тактика выживания, кстати. Но, тем не менее. Пока что сабов нет и со стримов. Можно, конечно, поставить какой-нибудь stretch goal, что давайте делайте мне 750 сабов, а я работу заброшу, как это делает чувак, это какой, Sir Action Slugs. Но эти 750 сабов ты будешь гриндить год-два, наверное. А потом не возьмут и все протухнут. Так что проще работать. Кем ты работаешь? Работаю айтишником, админом на удаленке. И очень даже расслабленно получается, что минимум телодвижения, денежки платят. Рекомендую такие. У меня были прям мысли, конечно, что, блин, может реально как-то замутить стриминг фулл-тайм и стримить каждый день и супермарафон, если на 2 года, как у чуваков, он на Твиче бывает бородатых. Потому что понял, что совсем превращусь в кусок овощи. Лучше так не делать, наверное. Но опять же, не факт, что это экономически выгодно вообще. До набора критической массы, скажем так. У вас на Новый год вместо фейерверков ракеты запускают? Ну, в основном просто бахаем бомбы. Какую-нибудь достаем одну. А ты бородат? Нет, я не борода, зачем? Я школьник, у меня борода не растет. Читаешь личку на Твиче? Личку на Твиче читаю, но не всегда отвечаю. Даже в большинстве случаев не отвечаю, в основном потому, что там что-то странно пишет. Ну или просто, если что-то просит, я просто делаю молча. Мне кажется, так правильнее. Минимум слов, максимум действий, друзья. Таков мой девиз. За исключением случаев, когда я сижу, болтаю просто без остановки. То есть, за исключением последних 2 лет. С лишним. Send you message. Посмотри, пожалуйста. Хэшвейт. Нет, друзья, есть рандомные игры, что-то это. По реквестам не буду я играть. Извините. Наш как душа лежит. Захотелось вот откинуться на спинку кресла, побегать, пофармить. Хочешь, фармишь, а в Робин Гуда всяких это. Что же такое? А Дот сейчас. Не, Дот как-то. Дот как-то не камеч, боже. Пинги, боже, я тебя 2 дня жду. Господи, где же ты был? Нас бросил, все пропало. Была паника. Мне писали различные господа. Боже. Друзья. Я признаюсь, так рад, когда это считаю, что неужели кому-то я сделал. Ну как-то это... Вчера, да, что-то я вчера, по-моему, это... Я полночи пил с Эфетерн, переигрывал, я там на харде начал нового монаха, понял, что все плохо, потом начал еще раз, и короче, все было плохо с режимом в итоге. В итоге так ничего и действительно не включал. Ну, сейчас решил немножко походить просто так. Почему бы не походить, если есть ноги? У вас есть ноги? Вставайте и идите. Это топовый вариант действий. Пинги, а правда, что ты турнир как-то свои деньги сделал? 5к долларов вроде бы призовой. Да, правда. Пинг, пожалуйста, стрими регулярно. Твой стрим как второе пришествие. Да я стараюсь. Я до этого, я же целый, сколько там, дней 15-20 где-то каждый день стримил. Всякие Марио и прочие фигни. Но надо перерывчики все-таки делать, иначе с ума сойдешь. Турнир был классный, мне понравилось прям.
офигенно был экспириенс, но так я вымотался, пока в делах. Казалось бы, там неделя все была, или сколько там, 10 дней. Подготовка была там чуть ли не за 2 месяца заранее. Я всех предупреждал, всех собирал, все правила писал. Все эти шмоточки, всю эту фигню мутили. Сайт. Анонсы. Новостные сайты предупреждали. Ставочки всякие и так далее. И все вот это вот бам-бам обделали. Хаос-ор. А потом как взяли, сыграли, и прям крейгазм, гайс. Прям бам-бам. Все там месило, мочило. CS Carnage 2014 был успехом. Опять же, For Spirit и Invoker теперь у чуваков есть. Ёлки на Фуриона. Тоже оттуда же. Если кто-то видел. Это все наши затеи совместные. Хиты в Крите — это музыка, я говорю. Не, хиты в Крите — это нормальная тема. Надо просто брать кого-то, либо Рогу, либо Арчера, я так понял. Монго ДПСер, он какой-то геймповый немножко чар. И я попробовал в Path of Eternity, поиграл им еще раз, и решил, что, возможно, он, ну, не супер классный. Я думал, он немножко круче будет. Вот эта же тема с заработкой ресурса, она достаточно мутная. В том плане, что тебе одного монстра на себя надо прицеплять, получать ресурс и потом отпинывать. Там дают потом отпинывать фигню, но она стоит 2 раны. То есть тебе надо половину на пол хп где-то просесть, чтобы ты мог прям разваливать кабину. Но действительно разваливаешь, если есть ресурс. То есть он там с вертухи прошибает нормально. Можно, конечно, нарядить его в супер армор, чтобы он прям танковал, но мне кажется, это бред. Мне кажется, лучше, чтобы он прям супер брусловым был чуваком. Ну да ладно, Pillars of Eternity — это отдельная тема, и я как-то это разберусь там потом. Надеюсь. Заработал хоть что-то, в минусе остался. Вроде посмотреть можно было без билета. Нет, посмотреть там в Dot TV там было с билетом. И другая фигня была, что я разрешил вообще всем, кто хотел стримить из комментаторов. Я всем разрешил. И там куча народу разного стримила. Мне это было интересно как эксперимент. Игрокам разрешал стримить. Там всякие чуваки стримили. Я уж не помню там кто. Запускали вообще все подряд, по-моему. И учитывая, что совпало очень здорово с тем, что вообще турниров не было тогда целую неделю. Все прям смотрели, топили. Было здорово. В Зельду бахнем, да может и бахнем. Не знаю, гайс, что-то весна как-то, блин, видеоигры уже, наверное, что-то надо как-то подзамедлиться по видеоиграм, а то выходишь на улицу, солнышко, блин, здорово, беготня. А вечерком пришел, набегавшись, поставший, лишь бы стрим посмотреть самому, либо книжку не почитать, фильм посмотреть, да уснуть. Ладно, фильм я не так часто смотрю. Но как-то я, возможно, подзамедлюсь чуток. Ну, я думаю, по часик-полтора в день все равно можно стримить, почему нет. Всякие приколы. У нас там в панчауте надо еще бить этого, который с топором там был, чувак. Ай-яй, карапсинг. А я фласк опять перевесил. Гаддэммит. У меня на Wii еще куча игр. И, блин, думал сходить купить PlayStation 4, а здесь Pillars of Eternity. Я думаю, Pillars of Eternity я пройду в стрим. Это займет кучу времени, то есть, возможно, из-за этого режим собьется, со стрим будет полная беда. Блин, почему у них ники прозрачные в Path of Exile в чате прямо в игре? Бам. Пинги, а тебя звали на СЛТВ или может найти какой-нибудь? Да не, зачем? Я ж вроде ясное место сказал, что я не собираюсь продолжать свою деятельность. Зачем меня куда-то звать? Типа, давай ты приди, но посидишь рядом на стуле, что ли? Зачем? Кому это интересно?
про International Valve присылали письмо, что, типа, если вы когда-то создавали что-то в воркшопе, можете приехать на халяву, вам дадут билет на, ну, типа, само место на посидеть на International и ехать за свои деньги. Это расходы такие, что, ну, и нафиг. Это не очень интересно. Там, говорят, билеты все расхватали. У нас товарищ знакомый пытался купить поутру из Америки. Ему там недалеко ехать вроде как. Ну, не то, что недалеко, через континент, но все-таки, блин, ближе, чем у нас эти 30-часовые перелеты. Ты говоришь, ждал, а там сначала все положили, а потом внезапно ничего не оказалось, что уже все разобрали, и в итоге... Грусть. Ну, я считаю, что баловство это все. Пинг, привет, я соскучился. Из-за новой работы стал так мало смотреть тебя, бро. Главное в жизни это... Скажем так, баланс. Между счастьем, работой и страданиями. Рейтинги хорошие. Количество хейтеров. Это все в прошлом. Рейтинги, хейтеры. Это сложно, на самом деле, объективно анализировать. Это, то есть, на основании каких-то комментариев в стрим-чатах, что ли, я не знаю, говорить. Я пытался искать фидбэк, пытался понять, как народ относится, типа, что улучшить, какие там пожелания и так далее, помимо того, что он и робот, и говорит просто, что на экране. Ну, как-то по всем форумам ползаешь, ищешь, поиском пользуешься даже. Очень мало народу, типа, обращает внимание. И чем дальше, тем меньше. То есть в основном всплывает просто треды, где кто лучший комментатор, и сидят все рофлят. Ну, типа, понятно, что все это субъективщина и бред, там школьники сидят и друг на друга обзываются, что этот лучше, а тот лучше, и ахаха. Это сложно назвать фидбэком. Жизнь дисбалансная фигня. Так это понятно давно было, что как-то... Не, главное разобраться, то есть, ну, типа... Некоторые находят механики, которые можно обузить, и обузят. Ну, либо просто находят темы, которые приятны. Приятный геймплей. И так и делают. Мне кажется, у меня Clear Speed просто максимально замедленный из-за того, что я сижу, часики читаю. А с другой стороны, ну, не пофиг ли. Главное, приятный геймплей, как я говорил. Пинг, привет, не хотел поиграть в группе в Heroes of the Storm, ключи бы тебе и твоим друзьям подогнал. Не, спасибо, бро. У меня ключи есть уже там, дали мне их чуть ли не 1000 лет назад. Ну что-то как-то игра меня вообще не привлекла. Абсолютно. Скажи, что сказано с Диманом. Диман вчера в 2 часа ночи приперся. Мы с ним в доту играли, он играл на однокнопочных героях, и мы победили дважды. Он был на дровке и на врейскинге. Было классно. Привет, это хардкор. Неужели не видно, что есть прям... Хардкор! Ладно, надо гитарный риф, чтобы звучало круто. Я не стал орать, потому что, мне кажется, соседи... А, еще не спят. Как-то у меня чувство времени совсем съехало.
Го игры в Ghost Camin. Да там как-то, я не знаю, я не умею такое. Мне это вот интересно как раз было в том, что там можно понимать, что происходит, и как-то, ну, более-менее спокойно ко всему относиться. А плей-бай-плей такие, где орать надо, типа файтингов, это точно не мое. Потому что орать я не умею. Если в Доте мне самому было интересно, я же потом начинал, что мне просто было интересно смотреть реплеи, там все эти причинно-следственные связи понимать. То в ходе зачастую все просто елозят файвменом и им нормально забирают все эти бафы по очереди. И обжексы делают. Там очень директ геймплей, скажем так, направляют игроков, говорят им, что делать надо. Поэтому тактически, возможно, не самое интересное. Другое дело, что исполнение может различаться, и могут быть там какие-то фишечки, но это уже подробности. Было бы интересно сыграть в ту же Цивилизацию 5 с толпой. Может быть, в шахматы с толпой, там, я не знаю, на выбывание, друзья. Или в крестики-нолики онлайн. Hello Kitty онлайн. Супер Барби Ультра Делюкс, что-то я видел, там кто-то стримил. Тебе Diablo 3 не нравится? Diablo 3 мне не нравится. У меня какой-то рефлекс на нее, что там со звуками что-то странное сделали. Что очень много каналов одновременно играет. И каждый монстр издает противные звуки совершенно отдельно вообще от всех остальных монстров. Ну так забуришь лицом в кучу монстров. Они все как давай хлюпать и разваливаться, и кишечные звуки эти делать. И все это одновременно как наложится на радугу из неба, которую ты делаешь крузейдером. И в итоге у меня светозвуковые эти переборы прям были, что я прям после пары часов игры, мне прям крыша ехала. Звук выключался, сразу нормально становилось при том, стоит отметить. То есть как-то, я не знаю, какой-то триггер. Когда большие прям супер огромные пачки, когда уже далеко проходишь. Мне это не нравилось. Монополия — игра, которая ломает друзей. Но это как Mario Party. Там выпустили, кстати, Mario Party 10, но что-то народ не хвалит, говорят, такое. Это, наверное, олдфаги, которые и в Mario Party там с пеленок бахали, там какой-нибудь первый, третий или какой там. Пинг, ты играл в Аркан? В Арканом играл. У меня там был гномик с большой пушкой. А потом игра сломалась. Такой день был когда-то. Да, аллергия на D3, иначе не назвать. Но она механически меня не привлекает, во-первых. А во-вторых, вот эта вот фигня, она все портит. То есть так-то, может быть, поиграл бы. Ну а раз не получается, то остается только патрунить над теми, кто ездит там по кругу, собирает свои легендарки. Пылесосит. С пола поднимает. Шахматы каждой одной фигуры. Чипаю можно, да, еще. Поддавки. Пинг, в целом не жалеешь, что потратил 2 плюс года на комментирую дот? Не знаю, мне как-то странное чувство прям, что... Прям, как это, постареешь, потом сыновьям будешь рассказывать. Вот, сынок, как-то сидел я, да, и думаю, стану комментатором дотки и стал. 2 года. Был интересный экспириенс. Смешно звучит. Но действительно сработал почему-то, и прикольно, смешно. Главное, что всем понравилось, и мне понравилось, и это было интересно. Это уж изначально просто мысль была, неужели можно просто сидеть, говорить с компьютером, и это будет работать? Оказалось, что так и есть, друзья. То есть, если вы будете сидеть, говорить с компьютером каждый день, то если проведете вы 2 года, возможно, придется вам заключать контракты всякие и ездить на интернешнл. Так что аккуратнее с компьютерами. Это лучше, что было со мной, пишет ли зритель, господи, Крейгазм.
Вернись, Макс, репост. Всегда почему-то русскоязычная публика заостряет внимание на интернешнл, а потом интернешнл случается, все такие, ну блин, на групповых у всех были технические проблемы, стримы несмотрибельные, там, звук, аудио, видео, полное дерьмо, и игры так себе, все прячут троты. А потом мейнбреки, два дня, какой-то сумбур, бам-бам, финал, дерьмо, и все такие, ну ладно, типа, ну что, подумаешь, ждали целый год, ну, такое, короче, подумаешь, интернешнл. И потом сразу прям, буквально через месяц все начинают опять спрашивать, боже, поедешь ли ты на шестой интернешнл? Хотелось бы, чтобы комментировали лучшие из лучших, и у нас был прям максимальный топовый viewer experience, чтобы мы могли смотреть, общаться в чате, кидать корабли и болеть за свои любимые команды. А в итоге опять супер решафлы, все друг друга перекикли играть. Никто не хочет. Напоследок под конец года начинают собираться, собрались, приехали, побасали такие, ну ладно. А народ на форумах все расписывает, кто же поедет там, господи, неужели того возьмут, а это не возьмут. Открою секрет, берут вообще всех, если есть желание, точнее не то, что если есть желание, потому что как минимум по комментаторам кадров очень не хватает, скажем так, контента-то много на группу как минимум. Поэтому все эти темы на форумах, что кто же поедет, кого возьмут. Если есть возможность, если дадут визу, то я думаю, брать будут вообще всех подряд. Как было на прошлом интернешнл, что поехали вообще все, кто мог. И кто хоть более-менее какой-то контент делал за год. Включая друзей, знакомых. Тех, кто не смог и начал быть коучем и так далее. Я не вижу в этом ничего плохого. Народ развлекается. Возможность есть. Пользует. Постримся? Не буду. Извините. А то у меня с комментированием примерно как с Диабло, вот третий началось уже, что при одной мысли уже прям воросит. И последний месяц я действительно прям через силу басл. Из уважения к Жень Доте и к их контракту. Но потом все-таки не вытерпел и сказал, что друзья, я больше не могу, давайте хотя бы на этом закончим. Хотя бы два месяца из трех. Трехмесячный контракт был с ними. Я так не понял, чем эта Джойн Дота была нужна ежедневно напряги, да как-то это... Типа... Ну где-то в районе ноября было такое ощущение, что как-то, блин, все подзадолбало, но я списал это на то, что очень мало было практики, и как-то я обратно, типа, в рабочую колею не вернулся, может быть, в этом была проблема. Вот, поэтому я решил, что надо просто, типа, тяжелее работать и будет здорово плотнее заниматься. Я решил, что просто мало контента задвоил. И тут Джен Дот такие пишут, типа, хочешь? Он такой, ну давай попробуем, но говорю, типа, я не уверен, у меня такая вот фигня, что как-то странно ощущаю по поводу комментирования, и может быть, типа, сгорю на работе. И так и вышло в итоге, что оказалось, что даже если тяжко работать, будет еще хуже наоборот. То есть как-то просто на персональном уровне не срослось. И кто знает. Бывает такое. Я же говорю, что хобби-хобби, рано или поздно закончится это, что сначала ты хобби делаешь для удовольствия, а потом
Хоббит тебя берет под руку и выгуливает. Нельзя откуда выпускать. Вот я не стал. Так, а здесь апается. Explosive Arrow. ЛМП. Так, и что я нашел? Штука. Так, а вот Тетрис. Тетрис всегда возможен, друзья. Если вам кажется, что Тетрис невозможен, проверьте свои привилегии. Оба. Пыщ, я пошел. Эй, продаем. Stay out of the shadows. Хаос Орфот нашел. Альтов что-то много. Я, кстати, более-менее приспособился и прям убиваю, выключая голову. Что можно прям сидеть, общаться, говорить слова, думать мысли. Это мне очень нравится, такая тема. Тихо. Меня напрягает, что сингл-таргет пока что все-таки, ну, такой не очень. Мне кажется, конг-эффект можно купить и выкладывать его, и подсовывать его вместо пролиферейта. А с другой стороны, отберн у меня много урона. А, вместо пролиферейта, да, то есть, чтобы был шанс тугнайт, но пролиферейта не было. Я взял торбы, когда начинаю падать. Ну, иногда бывает, падают они, но иногда, чаще всего даже, не падают. Пинги, сейчас получить возможность кастить хороший турнир можно только за деньги. Серьезно? Вот уж ни за что бы не подумал. Не думал по этому поводу работать на какую-то большую организацию. Даже не знаю, что сказать. Пинг, ты уделял когда-нибудь много времени играм типа WoW, Lineage и тому подобное? Я игре под названием World of Warcraft уделял некоторое время, один период был у меня в жизни. Но, к счастью, достаточно быстро закончился. Что там действительно тоже у меня как вот скомментировано там получилось, что сначала по фану играл, а потом как-то на работу в рейды хардкор и пробив World of Progress, и как там это называлось, фигня. Бацали мы с чуваками там это, всех этих королей лещей. Поэтому как-то подуспокоился, сказал, идись нафиг, не буду я так больше. Пинги, а что за класс? Или тут как ветку умений качаешь? Сейчас, подожди, разберемся. Короче, вот этот вот класс, это называется класс дворянка в русском переводе. Вот. Скоро будет перевод, его назовут дворянка там. Вот, ну и вот здесь вот так качаешь. Здесь мана, мана регенерейшн. Здесь так, так. Вот, ну и короче, потом. Да, вот так вот, здесь хп, хп. Здесь хп, здесь мана. Здесь хп. Здесь фигня, которая дает дополнительную ману. Вот. Здесь урон. И здесь сейчас будет урон. Будет здорово. Такой вот мой билд дворянки, друзья. ХП, ХП, мана, мана, урон, урон. Знакомые комбы? Знакомые. 80% людей ненавидят свою работу. Ну и я считаю, что если ты ненавидишь свою работу, то надо срочно вставать и что-то менять. Потому что иначе ты будешь как лошок вколоть и страдать. А радость свою ты никогда не найдешь таким образом. В Еве я пробовал несколько раз, но у меня все скатывалось к тому, что я заходил, переключал скиллы и уходил. Поэтому... У меня там есть какой-то персонаж, который чуть ли не с 2008 года, когда я запускали еще. И я где-то раз в год проплачиваю месяц, переставляю скиллы и забываю про это. Так не знаю, зачем я это делал. Ну, наверное, надо было. Просто товарищ был один у меня знакомый, который был фанатичен очень относительно этой Еве.
И он меня звал-звал. Я зашел, скиллы переставил и ушел. Ха-ха. Да, он там сидел 2 года, вот как на работу ходил, как раз по замку вставал, там куда-то летал. Лошок. Почему ты с луком? У тебя наклон идет на него, или ты можешь с любым... Я с луком, потому что я решил быть с луком, вот и все. Та-дам! 53-й левел. Так, здесь дальше. Дальше дэмэдж. 5% шанс на игнайт. Это не надо, у меня игнайта очень мало. Здесь билды делаются не от ветки, не от выбора класса, а все-таки от скилла. То есть... Началось все с того, что я сидел и думал, чем я хочу играть и что я хочу, какую кнопочку нажимать. Потому что все билды сводятся к тому, что ты нажимаешь какую-то одну кнопочку, и она убивается на экране. Нашел вот эту вот Explosive Arrow и понял, что надо с ним что-то делать. Ну а дальше уже дело техники. Стреляешь, и все горит. Хорошо. Курс для карталов. Ничего себе. Все стримеры лучники. Воу. Полегче, бро. О, там супер чувак. О, он сейчас впитается в это. Он впитался, там что-то бомбанулся. В чем прикол? Он труп взрывает? Бам-бам. А где че? Короче, я не понимаю. А, во. Вот этот мужик. Мне надо reduce duration найти и 4 линк не повесить. А он не будет взрываться сам? Да, я был невероятно просто картавом, надо мной рофлили все в школе, там, патрунили обидно. Я плакал потом, по ночам. А потом решил, что хватит это терпеть, перестал. Рекомендую. Так. А, дебил взрывающийся. Это влезет? А, не лезет палка. А я вот так. Гайс Тетрис. Всегда возможно. За исключением случаев, когда совсем невозможно. Типа вот таких вот. Пинги, твой рейнджер на торнадо шоте улетал 5 прожектаев. Я на ЛМП, по-моему, под конец менял, когда у меня супер много ДПС стало. Я вынул ЛМП, и я им просто ваншотал с одной кнопки, и мне это понравилось. ГМП приходилось чуть дольше стоять и стрелять, и хоть она защищала гораздо большую зону на экране, мне нравилось, что ты прям стреляешь, у тебя один крит, и сразу весь экран чистый. С ЛМП. Мне нравилось, что когда у тебя накапливается прям очень-очень много урона с одного выстрела, и крит-шанс огромнейший, что ты чуть ли не каждый выстрел начинаешь критовать, я переставлял МП. С другой стороны, возможно, чуть более опасно было против рефлекта, но там все эти андерсгайлы, акробатика, все накладывалось, и вроде как нормально было. Что с твоими одноклассниками стало? Не знаю. Я как-то не особо слежу. Я... Большую часть времени провел в школе, которая была в очень странном районе. Меня перевели, я попал там в дурную компанию. Там какой-то полукриминальный, блин, район был. Тяжелое прошлое, вот это все. На районе. Ну и там, соответственно, кого посадили, кто спился, кто наркоман. Есть нормальные чуваки, конечно, там... Кто чем занимается, кто-то там в политику ушел, кто-то не ушел. Ну как-то очень редко пересекаемся, поэтому не знаю. В чем суть игры? Тут есть файн-босс или ТПП? Суть здесь в том, что ходишь вот так, ты елозишь и подбираешь лут. Это нормально. Пинг, зэк, походу. Не, я сам был всегда достаточно это. Я же даже вот когда в RPG играю, вот Pillars of Eternity, я отыграл Lawful Good. То есть я старался в это не влезать, а с другой стороны, там такие стаи были, что...
Все делали вид, что они в теме. На самом деле старались держаться от всего этого дерьма подальше. Дети, сами же знаете, там где-то в районе 5 класса я перешел. Это как раз тот самый этап, когда дети все еще жестокие очень друг к другу из-за того, что, ну, просто дети жестокие сами по себе. И понимание того, как что делать, пока что не так много. Весь этот юношеский максимализм, там переходный возраст, все это накладывается. И там такой трэш происходил. Поэтому, если думать своего ребенка переводить в другую школу, сначала ознакомьтесь там с ситуацией на районе и с тем, что происходит. А то у меня смешно так получилось, что первые 4 класса я проучился в классной школе, которая была прям под боком, прям рядом с домом. Там прям так здорово все было. Ну, понятно, начальная школа. Потом меня переводят в этот трэш-угар, а потом напоследок я перешел в еще одну. И там тоже нормальные все чуваки, то есть тоже нормальные люди, никакие не раздолбая, не хулиганы. И мне в итоге шаблон рвало со всех сторон. Тут сначала в одну сторону, потом в другую. Ну, зато полезный опыт получил. Пинги, ты 11 класс заканчивал? Да, 11. Закончил хорошистом, насколько я помню. При том, что был полнейшим раздолбаем где-то с 7 по 10 класс. У меня прям у самого пик переходного возраста был. Я сам главный хулиган был. В хорошем смысле этого слова. В том плане, что забивал на все, но вроде без всяких вот этих криминальных штучек. Воу, донейшн хайп! Больше монеты капитану Теаду. Теаду. Монетки. Спасибо за монетки. Монетки. Это самое главное. Иначе они закончатся. И если 100 монеток набрать, жизнь получишь. А если не набрать, то не получишь. Учись пошел на айтишник. У меня где-то к 11 шли классу. Не то, что появился комп, скажем так, разбираться в нем. Полез, ковырялся. Не все же в Diablo 2 было играть. А там все эти Linux, Schminux, а в итоге так и получилось, а потом взял, в Сербию уехал и там работал айтишником. Такой день. Да, я как-то это... У меня с общением проблемы иногда были, что иногда садишься, вроде охота поиграть, порофлить, поболтать. Во-первых, не все игры к этому располагают. Вот PoE прям идеальная игра для того, чтобы мозг выключить и сидеть болтать просто. Вот, и здесь геймплей вообще абсолютно не отвлекает голову никак, не реагирует ни на что не надо. Ходишь, жмешь кнопочки, бацаешь, классно. Вот. Ну и опять же под настроение, то есть иногда сядешь вроде пообщаться с народом, а сидишь, бра, и сразу такой дерп, голова не работает, ничего не делаешь. Такое я не очень люблю. То есть настроение должно быть, друзья. Капитана Тодда надо допройти. Мне кажется, там сейчас суперфинале будет. Гранд-финале, best of five. Против команды Secret. Против там птицы, это, которые воруют то бабы, то мужика. Да, поехал в Сербию избавляться от картавости и от картавости. Удачно. Избавился. Это был мастер-план. Планируешь ли ты поменять смайлики? Да старый, наверное, не надо менять. Не, можно поменять все, кроме Тайда, скажем так. Тайд вроде как саб-иконка и типа вроде как это. Вроде как фишечка уже, я не знаю. Но он прикольный, как минимум. А вот антимакс и кунка, мне кажется, они не очень. А с другой стороны, другие какие смайлики тогда новые, что ставить. То есть пока не найдешь замену. А смайлики это сложно, там рисовать надо уметь. И искать кого-то, кто умеет рисовать. Такое.
Бам. О, нормально, прям идет уже. Так, а что, я здесь что-то елозю. Мне можно, в принципе, сходить уже в этот. А, мне фласки надо обновить. Пусть саб присылает смайл на дед. Да это фигня идея, на самом деле, потому что сабов мало и зрителей мало. То есть смотрел бы там 1000-10, ну хотя бы 5000. Можно было бы сделать там какой-то супер анонс, что давайте присылать смайлики, что там креативные люди. Но это все полная фигня, это работает так, что народ там чуть ли не в поинтересуется всякую фигню. А ты потом такой посмотрел, господи, ну и дерьмо они прислали. А потом говорить, что все то, что вы прислали, оказалось полным отстоем, ну как-то стыдновато, и приходится как-то выкручиваться, скорее всего. То есть сам себя в такую ситуацию загонишь, если придется что-то делать. Я такое не люблю. В Сербии война, там опасно. Война там была в 2000 году. Тогда я еще в школе доучился, насколько я помню. У нас, не помню, меня тогда удивляла компания людей, которые ходили по школе и кричали «Fuck off NATO». Топили за Сербию очень. Пинги, не хочешь опять поехать работать за границу? Не знаю, пока что не хочу, пока что я вообще работать не хочу. Пока что я хочу просто быть медведем, лежать в берлоге и играть в видеоигры. Пока что надо отдохнуть от всех передряг. Опять же, работа у меня сейчас пока что есть, но такая, скажем так, формальная. Телодвижение я не так много выполняю, что напрягало это прям. Пинги, скажи что-то на сербском. Наверное, нет. Наверное, не будем мы так. Там язык очень смешной, и это как когда ты рассказал анекдот, а кто-то не расслышал и просит себя повторить еще раз, ты понимаешь, что будет очень не смешно, и ты такой, господи, только не это. И потом все равно расскажешь, и все-таки все равно не смешно, и ты такой, боже, за что? Понимаете, как это происходит? Пинг, ты был женат? Нет, женат я не был. Не, там супер... О, он никого не вселится, потому что он рарника хочет. А синенький ему не по душе. А может мы его бахнем? А ну иди сюда. Он не хочет к ним прилепляться. У них, короче, интеллекта ноль. У этих чуваков, они дебилы. Это проблема, он улетел. Но обещал вернуться. Арктик Армор. Сегодня ты выглядишь менее уставшим, злым, ничего себе. Что действительно, когда до этого стрима создавалось впечатление, что уставший, злой. Прошу извинить, друзья. Возможно, это было действительно так. Возможно, всего лишь требовалось проспаться как следует, блин. А не сидеть с кругами под глазами. Лишь бы народ посмотрел очередную серию Капитана Тодда на Ютубе. Все дело в кокаине. Про медведей расскажи. Медведи это такие животные волосатые. Они классные. Не пробовал озвучить что-нибудь сериал, например? Зачем? Сесть и озвучить сериал, или как это вы себе представляете? Или позвонить по телефону продюсеру, сказать: здравствуйте, я вообще сериал хотел бы озвучить. Не могли бы послушать, как я озвучу сериал? Мне очень нравится это делать, и давайте попробуем вместе как-то скооперируемся, чтобы народ услышал, как я озвучиваю сериалы. Вот было бы здорово.
Или скачивать сериалы и самому пытаться их переводить и озвучивать всякие. Я не знаю даже. Народ сейчас очень много смотрит сериалов. Я не смотрю, поэтому мне смешно, как звучит. А может, уже не смешно давно. Такой сел, здравствуйте, там, давайте. Время варить, вот это все. По мне, так игры лучше озвучивать. Мне кажется, скажем так, подход должен быть с другой стороны. То есть, если бы ты сидел и как дебил и комментировал сам себе сериалы, вот как я с Дотой сидел и как дебил, и потом бам, досиделся, блин. Вот и с этим должно быть так, что сначала по фанчику начал, а потом уже, ух, что есть какой-то прикол, можно взять, я взял прикол. Пинг, ты на стратегическом объекте? Нет, я не работаю на стратегическом объекте. Пинг, у тебя брат или сестры есть? Да, есть брат и сестра есть. Старшие. Нашел! Ну все, ты огребаешь. Тормент этот хук. Моя армия скелетов. Эй, вернись. Ха-ха! Воу! Вот, я думаю, псилинг. Блин, скелеты классные, они бочки ломают, по-моему. Дотк в стриме что-то не. Так, мне кажется, время идти и сливать вот эти две банки ненужные, которые я поднял. Можно, конечно, купить портал. О, там чувак. Пусть он залезет. Он в босс сейчас залезет. Подожди, а что он делает? Иди сюда, здесь босс. Блин, а он уже от меня бежит. Как мне его управлять им? А, боль. What the fuck? Только демджи. Куда с YouTube пропали альбомы? Я там расчищал альбом, потому что я же сейчас всякие игры стримлю, поэтому плейлисты я поудалял. По отдельности можно искать, то есть если поиском по названию турнира искать, все можно найти. То есть видосы-то никуда не делись, просто плейлисты поудалял, потому что там все вперемешку было почему-то. У YouTube не очень с этим удобно, ну или я не разобрался, фиг его знает. Про это извиняюсь, я как-то... Как-то я всегда считаю, что у меня YouTube полузаброшен, там 6 тысяч вроде зрителей. Да в принципе, как и с этим. Как с пабликом, что сидят 10 тысяч, блин, а комментируют там двое-трое, и всех уже чуть ли не по именам знаешь, что кто-то там оставляет записи. Кому не лень. Потом стрим запустишь, ссылку сбросишь, придет человек 10, 15, 50. Ну, это относительно количество подписавшихся, это очень мало. Назад не можешь вернуть? Не, извини, не могу уже. То есть, если бы я знал, что это так важно, я бы, наверное, не делал так. Я знал, что будет кто-то, возможно, кому это не понравится, но если этот человек будет один, то, скорее всего, не так страшно. Поэтому ты тот самый человек, ха-ха, страдай. Пинг, привет, чего не в другое поехали, где стены текста? Да, блин, стены текста стримить, это такое. То есть, сам почитать хочешь проникнуться в атмосферу, так сказать, влезть лицом.
Там еще и стрим идет, и болтать надо. Я лучше здесь поболтаю. Еще один. А ну залазь он в ту собаченьку. Иди отсюда. Он стоит. Он залез в собаченьку. Ей, собаченька теперь супер-супер мега собак. Че она делать умеет, блин? Я не знаю аффиксы. Она умеет желтый дерьмо дропс. Щет. А тетрис? Ладно, тетрис одноразовый. Дабл экс. Так. Воу. Так, блин, стойте. Мне нужны два синих сокета и зеленый сокет. Лук, что ли, поменять? Мне кажется, сейчас искать в трейде, где этот лук продается. Что-то не очень хочется. 560 армора. Я так и надел. Cold resist необходимый мне. Надо ее отложить и подумать о своем будущем. Можно, конечно, попробовать покрасить, но хроматиков у меня очень мало. А два синих сокета и зеленый ты не наролишь на таком. Ну и нафиг. Давай. Значит, вот это продадим. А фигню это пацанам скинем здесь. Склад. О, здесь уже набросали. Так может здесь что дельное есть? Ботинки. Не, ботинки старые. Что-нибудь хорошее. Мне Cold Resistance бы на ботинках. Lightning 20 мусс спида. 55 левел требует. Это, кстати, скоро будет. НТР. Бам. Пусть носит. У нас же тут самая настоящая гильдия. Вообще часто игноришь мои сообщения. Друзья, вы должны понимать, что я не могу же все подряд читать, на все подряд отвечать, господи. Каждый раз вы это пишете, как будто я прям Гитлер, и сижу такой, ага, это опять тот чувак, чьи сообщения я всегда игнорирую. Сейчас я злостно не отвечу на его сообщение, и вот пусть он сидит там дальше, страдает, плачет. На самом деле это же, конечно, не так, то есть как-то глазом за что-то зацепился, прочитал, озвучил свои мысли. И идешь дальше. Если совпало, что не зацепился, то... Прошу, извинись. Ну, либо ваш вопрос был дерьмо, но зачастую я просто пропускаю. Вот про Майнкрафт, например. Хотел сказать, но уже умотало, потому что я записываю с другой. А сейчас про Майнкрафт мы поговорили. Ну, не поговорили же. Вот и все. А чувак теперь страдает, может сидит. Господи, блин, так интересно было узнать, вдруг Майнкрафт будет. Строили бы там переключатели, лопаты там махали киркой этой. Но нет, все. И что теперь? Чувствуешь ответственность на себе? Что? Оставил парня без вопросов про Майнкрафт. Го про Майнкрафт? Нет, все, не будет Майнкрафт, друзья. Время прошло. Давайте другие вещи обсуждать. Так, ладно, я пошел в сторону шарфиков. Здесь будет очень дерьмовая сейчас локация, где непонятно куда идти, шарфики постоянно отлетают. Солярис. Бам. Как-то я, похоже, напугал всех. Друзья, не бойтесь, я на самом деле не Гитлер. Пинг, ты знаешь про пикабу? Не, не знаю. А здесь ничего плохого. Ой, это супер, супер чувак.
Он в шапке. Смаглер. У него юник должен быть. Иди сюда. Стой, дерьмо. Гайс. Он углу зажал. Застрял. А где юник мой? Эй! Да вы что? Блин, значит, наврали пацаны. Вот это отстой. Ну вот. Надо было прилепить, значит, на чуваков. А здесь не на кого, в принципе. Все, он шмыги есть прыгающий. Living Blood. Я не очень люблю такое. Я не смогу, наверное, убить. Пинги, давай в копатель онлайн играть. Я играл в это. На 3DS играл в копатель. Там робот-копатель. Прикольно было. Там как в террарии. Не знаю, как в террарии. Короче, строить нельзя, только вниз можно копать, и это норм было. Я покопал и успокоился. Копал в ночи. Такой, боже, как же хочется скопнуть. И вскопнул прям до самого низа. Бегал. Символ Дик игра называлась. Сам, по-моему, в Steam тоже есть, но в Steam как-то я не захотел покупать, потому что, ну, как-то совсем она выглядит как флешка. Я на 3DS-ке побасал. Валяется у меня на кровати, я перед сном иногда играю. Блин, какой твой любимый фильм? Я недавно посмотрел и Плэш, боже, вот это фильм, друзья. Это, пожалуй, единственный фильм, который меня за последние несколько лет прям подцепил. Что у меня аж напоследок, там, под самый конец, чуть ли не мозги из ушей полезли. Настолько прям там все так мощно обыграно. Я думаю, тот, кто компетитивно играет во что-то. То же самое Dota 2. При просмотре виплэша что-то знакомое для себя почувствует. Я не знаю, как он по-русски называется. Короче, про барабанщика этого. Где лысый мужик тренировал его. Виплэш, да. Он как раз про запотевание и хардкор. Запотевание, одержимость, да. Все правильно. Вот как у профессиональных дотеров у нас примерно. Одержимость — это перевод. Ничего себе перевели. Вол. Пинг играл в Сатурн? Да, я играю как раз перед сном сейчас в этот. В трилогию там, в третью часть, где за бабу уже. Ну и нормально. Там вторая, правда, вот эта Justice for All, она не интуитивнее сильно была, прям сильнее не интуитивно. Как, блин, как сказать слова-то. Там так чуть сложнее было дела раскрывать, потому что они решили, что, типа, первая часть у нас была слишком простая, что, типа, как книжку просто все читали, давайте сделаем так, что все чувствовали себя супердетективами. А в итоге за это, наоборот, батхёрт, потому что запаришься, и там целую главу заново. И мне это не понравилось. Ну а так-то я теперь эксперт в криминалистике и могу любое дело раскрыть и доказать, стать адвокатом, найти контрадикшн. Поэтому обращайтесь, если надо вам. Да. Фласки нужны, вот они. 53. Это что-то я зашел, и меня как бахнули по лицу, и я понял, что фласочки нужны все-таки. Еще, наверное, армору немножко хотелось бы, но армора — это уже прям такое. Это же надо менять все эти сокеты. Че-то кал. Можно нормально, в принципе, наролить. Глатани. Рейд. Иммунитик фрезам. Пусть будет на четверочке, будем открывать коробки с ним.
Адреналин. Баблин оф хит. Это то же самое. Паски эти долго проживут, они весь мерчлис будут жить, поэтому надо их прям набас. Паникт, каталайзд. Паникт. Авенджерс. Баблинг. Стединес. Привет. О, баблинг, вставочек. Ну, нормально. Так, подожди, это у меня дерьмовый фласк. Вот его надо поменять теперь. А у меня больше нет, по-моему. Да, мне и больше нет. То есть надо либо убивать, либо левел получать. Это отстой. Ладно. Так, давай вот этот старый отложим на случай, если я рипнусь и какое-то помутнение у меня будет в голове, я решу еще одну чару сделать. Я думаю, такое не произойдет. Так. Давай пойдем дальше. У меня что-то это... Что-то прыгают у меня вот эти вот лягуханы, а у меня хпшечки отнимаются нормально. У меня 18% все из-за недостатка армора. Потому что фак дефенс, будем танковать. Таламуан, мужик, пошел нафиг. У меня священная миссия, я буду ее выполнять. Никакой Таламуаны. Пока не добыли гроб господин. Феникс Райт вообще так стопчик мне прям понравилось. Я вообще думаю, что визуальная новелла — это для анимешников и дебилов. И, типа, ну и к аниме я тоже так отношусь, что снисходительно, скажем так. Не примись на свой счет, конечно, если кто там анимешник. Ха-ха. Вот, а как 3DS купил, там половина игр с анимешным уклоном, все эти Fire Emblem, вроде крутая игра, механика прикольная. А показы всех этих большеглазых мальчиков с синими волосами, которых ног нет почему-то в катсценах. И как-то волей-неволей приходится толерантность проявлять. Вот. Так вот, про Visual Novella, помимо Phoenix Wright, есть еще на 3DS такая фигня, как Virtue's Last Reward Zero Escape. И вот она что-то прям вообще топчет, при том, что там озвучка даже оригинальная в европейской версии, почему-то не перевели она на японском. В том плане, что говорят все слова вслух на японском, а текст на английском. Это немного странно. Вот, и что там такие повороты в итоге сюжетные, что, блин, вроде прикольно. Перед ночью, точнее перед сном, ляжешь, побацаешь. А они там как давай устраивать драмы. Щет. Я думал, он прыгальщика нашел террарно. Это было бы опасно. А, он этих щеков нашел. Подожди, он прилепился? Не, не прилепился почему-то. А, вот к этому прилепился. Это норм. Еще бы знать, что он делает. Воу, он дропает. Блин, как же много с них лута, друзья. Мне кажется, прям надо обузить этих щеков. Пыщ. Пойдем искать выход наконец. Я как-то вообще, я ж 3DS купил, думал, Smash буду бац, прям 24/7. Мне почему-то прям очень понравилось, как визуально, так и механически, Smash Bros. В итоге купил 3DS, потом, как анонсировали Wii U версию, купил еще и Wii U, не пожалел. А потом в Smash малек поиграл, и что-то уже вместо Smash и Mario, и Metroid, и Zelda, и глаза разбегаются, и господи. И в итоге прям какая-то Nintendo Drone стал. Проповедую теперь здоровый образ жизни и прыжки на грибы. Кстати, надо аккуратнее, друзья, поэтому
Если планируете покупать консоли, учтите, что ваша жизнь может измениться в странную сторону. У меня друзья PlayStation 4 покупали, теперь странные чуваки стали. Так вот, со мной такая же фигня произошла в итоге. О, фласк топчем, прям заливает. Баблинг. Здорово. Воу. Скауринг. Так, она вызвала кучу дерьма, которая ничего не имеет. Ты какой армор носишь, посмотри, что нашел. Дай я гляну. Я такой не надену, мне не хватает, блин, ты этого. 34 дексы. Если было требование 125, наверное, бы сработало, учитывая, что 25% resist requirement был бы. Подожди, хотя 25% от 135... Блин, на 4 разделит. Да, все равно не хватит. Может, конечно, там что-то поменять, там какой-то, но... Нет, спасибо. Армор найти не так сложно с резистами, то есть это вопрос времени всего лишь. Эй, Бадвол, знаешь, что это? Да, я знаю, это старая игрушка очень уже. У меня к ней отношение. Раньше было очень много таких игрушек, где надо было... Такие Принц Перси подобные, скажем так. Это Black Thorn под DOS был и на Sega. Флэшбэк тоже на Sega был. Где у тебя корявый чувачок, Another World тоже был на PC-шке. Ну, не только на PC-шке, на Sega, по-моему, тоже был. Где у тебя чувак, который коряво бегает, коряво прыгает, врезается во все, висит на обрывах, и надо бежать от всего, прыгать и поворачиваться. Ну вот Эйп точно такой же. Ну прикольно, я в нее играл одно время. Ремейк его сделали? Я, по-моему, видел в Steam, но как-то совсем ноль хайпа, и как-то я пропустил. То есть, наверное, просто графиниум приметили. Про женщин спрашивают. Друзья, мое сердце полностью свободно. Так, тихо. Это нам не надо. Нет, комик-зона это другая абсолютно фигня. Это не Принц Перси подобно. Я больше про такие вот, где у тебя персонаж как кулек с дерьмом, прошу прощения. И тебе надо им управлять, что у него там и инерция, он разгоняется долго, бежит, и потом повис на фигне, или ты не допрыгнул, лицом в дерьмо упал, в шипы и сдох. Вот это мне не нравится. Мне именно сама вот эта вот тема про то, что с управлением часто страгл. Почему-то не нравилось. Из-за этого часто фрустрация была. Что ты там бежишь, надо резко развернуться, разворачиваться, а у тебя персонаж выполняет очень красивую анимацию, как он... Разворачивается, как он ногой так в сторону, как помните, Принц Перси было. А у тебя бадхёрт, потому что ты там как-то запнулся и то ли свалился, то ли просто задержался, тебя убили. Мне вот это не нравилось. В плане платформинга. Мне больше нравятся платформинги, которые, скажем так, очень респонсив. Как Супер Мидбой всякие. Где вроде есть инерция, но ты чувствуешь, что контролируешь персонажа очень серьезно. Поэтому вот первый Марио я недавно играл, мне прям не по себе было, только там лютейшая инерция просто в первом самом Super Mario Bros. Что там бежишь, потом в воздухе очень туго управляешь. То есть, если ты прыгнул вперед, то и все. Гомит бой без смертей проходить. Я проходил там, по-моему, первый мир без смертей, очень просто был вроде. Но как-то я миллион лет в него не играл, наверное, нет. У меня как-то прошла это одержимость платформером. В Bosch я одно время пытался поиграть. Bosch прикольный. Я как раз, по-моему, как раз и стрим ты начал, что я тестировал все стримы на Bosch. Я включал своим знакомым, которые сидели, открывали стрим, мол, работает, не работает, говорили. А потом у них случался коллапс из-за того, что там Bosch на экране и фрустрация даже у тех, кто смотрел, а... Не у того, кто играет. С тех пор я решил, что не стоит так делать. Очень жестоко по отношению к зрителю игра.
Поэтому я решил в доту все-таки. В доту, конечно, тоже сложно. Ну, а потом решил, что и в доту не надо. О, я нашел. Нашел выход. Эй. Так, ну неужели мы пойдем прямо сейчас дальше? Так, она дает какие штучки. Эй, дай фигню. Я забыл. Блин, а мне амулет не нужен, у меня крутой. Серьезно, гострим по боссу будет топ. Да не, не будет. Космических рейнджеров не травив. Космических рейнджеров я играл на релизиях. Я покупал по почте диск, компакт-диск. Такой кругляшок, который отсвечивает. Смешно. Вот. И с него играл видеоигру. Ходил на почту, забирал его. Вот времена-то были, блин. Во-первых. Вторые как-то... Как-то они вроде расширены были, но как-то уже... Немножко по-другому воспринимались. Хоть вроде и не такие они, и плохие были, нормально были. Просто чуть по-другому. Поищем. Ну, это субъективизм же, как обычно, что связаны теплые воспоминания с тем, как ты играл в первую часть, и поэтому ты будешь говорить, что вторые тебе не зашли, вот как у меня сейчас это было. Так что лучше, хуже, это все фигня. God Organize 1 проходит. Не, спасибо. Это что такое? А, там эти киперы. Нашел парень пачку. Которые по 10 тысяч одинаковых айтемов дропают. Прикольно, кстати. Они, я думаю, скоро начнут появляться. Хотя вроде должны только в районе Мерсельса начать. На самом деле эти лиги, это, я так понимаю, со стороны девелоперов, со стороны Grinding Gear Games, это... Это проверка на то, как будут работать механики при переносе их в основную игру. То есть они подкрутили так, что очень часто, ну не то, что очень часто, скажем так, достаточно часто встречаются с одной стороны спириты, а с другой стороны вот эти вот фиолетовые монстры. И они проверяют, насколько это будет балансно и сколько из них и какие моды переносить, скажем так, в основную игру по завершении этих лиг. Говорили, что откажутся они от Phylactery Link, например, полностью. То есть Phylactery Link больше у нас не появится в следующих лигах. А вот, как я понимаю, духи будут изредка появляться, как, например, в Diablo 3 эти гномики с лутом. И я так понимаю, будут фиолетовые моды все-таки иногда быть, как и Nemesis моды иногда появляются. Это норм. Будет у нас? Гиф, выход. Как-то чем дальше играю, тем больше убеждаюсь, что постепенно скоро все начнет работать и будет приятно играть с чаром. Пока что со скрипом. Я думаю, разгон будет. What am I to do against the full might of Oriath? Full might of Oriath.
Скорость взрывания можно увеличить, и я буду это делать. Надо гем найти Reduce Duration. Для этого надо 4 линк. Именно поэтому у меня перевязка очень жесткая по линкам. Единственное, чем я могу пожертвовать, это вот этот линк, который Курсон Хит Ice Shot Flammability. Что я могу руками нажимать Flammability, это будет медленнее. Если я нажимать руками, поэтому я так не делаю. И если я поменяю колчан, который дает мне Lightning Damage, то Ice Shot мне все-таки нужен будет для того, чтобы триггерить вот эту тему, Elemental Equilibrium. Который будет давать минус резист к огню. Сравнить, насколько быстро, то есть вот так вот кастуется. Если отдельно, где она? Наверное. Вот так вот. Так гораздо медленнее получается, чем выстрелить вот так. Потому что у меня так спит очень, очень быстро. Я пока кастую, у меня в большинстве случаев взрывается просто стрела. Успевает. А я лох, меня Доминс только что нормали рипнул, ну ты даешь, бро. Это ты, наверное, очень неаккуратно повел себя с бледами. Или встал под креветку. Там иногда бывает, у него креветка критует, и ты получаешь шок, и в тебя влетает весь торрент этого под шок. Который 50% сейчас дает. Который не стакается. Я так тоже рипался на нормале, то есть это нормально. Или на круле я рипался, я не помню. Там иногда можно. По дипсу минус не пойдет, здесь очень классная механика, очень смешная, что стрелы работают так, что они стакаются. То есть, если можно видеть, я стреляю одну стрелу на М4, на кнопку мышки. Это основная стрела, которая слинкована с этими гемами, где они. Proliferate, Chance to Ignite и Increased... Fire Penetration, да. Вот я стреляю, видно, она висит, и потом взрывается. Я могу стрельнуть, и я могу настакать еще 4 до 5 стаков. И остальные 4, неважно, как, откуда они будут, поэтому их можно вторым геймом стрелять. Поэтому у меня есть второй линк, еще один Explosive Arrow, который слинкован уже с Faster Attacks и LMP, то есть, чтобы я гарантированно стакл падал. Поэтому ты кидаешь основной заряд, потом настакиваешь, и потом взрывается, и пролиферейт, все работает. То есть, максимум урон наносишь, и все линки работают. И таким образом получается, что у тебя импровизированный не 4-х линк, а уже чуть ли не 6 линк. И таким образом можно разгонять чуть ли не до 8 линка. Можно 2 6 линка вообще сделать. То есть здесь 6 линк, а здесь 6 линка, и все это намазать. Именно поэтому Explosive Arrow я выбрал как интересный билд. Будет интересно посмотреть в лейтгейме, что здесь еще можно будет навесить. Именно поэтому можно навесить Reduce Duration. То есть второй вот этот линк, который быстро стреляет, можно, чтобы он взрывался быстрее. И туда можно будет вешать вообще что угодно. Хоть стан, хоть нокбэк, хоть блайнд. Я думаю, блайнд можно будет повесить. То есть, одна для урона, а остальная на то, чтобы ее настакс. И таким образом работает все. И поэтому геймплей так выглядит, что я вроде стреляю, а на самом деле... На самом деле, ух. Поняли. А на самом деле здесь тремя кнопочками. Основной заряд, дополнительные заряды. Я шот, чтобы стриггерить курс на минус резист. И минус резист с элементал эквилибриума. Так, ладно, пойдем генерал попробуем побаться. Посмотрим, как с уроном здесь будет. Что там, по-моему, дух рядом с генералом. Зеленый. Ай, отвались. Тебе колчан с какими статами нужно? Да мне пофиг на самом деле, мне колчан так-то. Давай посмотрим. Сейчас у меня на колчане висит элементальный урон. То есть если есть хотя бы единица элементального урона, который не огонь, это норм. И плюс надо много колд-резиста. Но как-то нет, спасибо за предложение, но колчан я уж найду. На самом деле, оптимальнейший колчан мне был бы с дополнительной стрелой караб колчан, но караб с колчаны я начну еще явно скоро.
у него дополнительный строй, можно вообще абсолютно любой будет вешаться. Здесь как-то по шмоту достаточно гибкий билд. Descent 2, там это... PC Gamer вроде писал, что хотят Descent... А, там Kickstarter они сделали, что хотят еще один Descent замутить, как раньше. Вы же помните, да, в 93-м году? Или какой там 95-й год был, по-моему. Да, 95-96. Я как раз эту ссылку видел, я как раз понял, как я приходил в гости к чуваку играть на персональном компьютере Intel Pentium. Это была прям просто бомба. И у него как раз был свежий релизнутый, прям свежий диск с Descent 2 и с Quake'ом, и с Command & Conquer. Это все примерно в то же время вышло, 95-96 год. Я тогда был, по-моему, в третьем классе или в четвертом. Так вот, он как врубил Descent, так у меня там это... Чуть мозг не провало, то, что там прям летишь, вау, ничего себе, вот эта технология. А потом, как сама комп появился, как поиграл, и, господи, несите ведро, я сейчас блевать буду. Там такой топологический кретинизм, что вот ты головой сверху, а вот ты головой снизу. И вообще нифига не понятно. С этим было очень сложно, и поэтому я не играл в него. Вестибулярный аппарат. Критиковал такой геймплей. По-моему, он не затриггерс, и поэтому он бессмертный пока. Короче, когда сгорается, урон прям в разы быстрее начинает идти. Ну, это, в принципе, очевидно, здесь весь билд про это. У меня же пассивки на огонь. На возгорание. Ладно, нормально, достаточно быстро я бахнул. Главное, от колян сейчас не сдохнуть, потому что у меня армора вообще по нулям. Gravisius. My husband. Sends his regards. Дворянка, блин, вот она ходит, говорит вечно всякое, и типа надо о ее прошлом узнавать, если слушать диалоги, точнее монологи. Что вставлять будешь лук? Мне лук надо новый купить, потому что этот лук и тем левел 23. А, четырех линк даже делать, по-моему, с 25 можно или с 28, я уж не помню какой левел. Поэтому пока что проблема. Надо заменить лук на хотя бы 35-го этим левела, чтобы можно было хотя бы 5 линк сделать. Ну и туда уж думать, то есть из ботинок надо и из перчаток выносить один из Explosive Arrow'ов лук. А с шот можно 5 линкать, можно сделать Dual Curse. Здесь есть рядом, где есть вот эти вот ноды, которые дают дополнительный курс. То есть можно не только Flammability вешать, но еще и Elemental... Как это называется? Я забыл. Короче, на минус резист дерьмо. Чуть на дерп прям. Как называется курс? На минус резист. Ладно, неважно. Нашел я супер коробку, сейчас будем ее мазать. Unreal 99. 99 Unreal, я считаю, самый топыч. Мы в нее прям в клубах бахали. Там вот это с самонаводящимися этими штуками. С прыжками по небоскребам, которая была самой нубской картой. Нам на ней все рофли, это было прикольно. Increased AOE. Physical damage, range attack totem, spell totem, calling strike, mana leech, trap. Мне нужен Increased AOE, наш стилинг. Но наш стилинг мне появится очень скоро. В теории, если будет шестилинк, то можно оставить, допустим, Explosive Arrow, Fire Penetration, Increased AOE, Conk Effect. Сколько уже? 4. Elemental Proliferation, соответственно. Ну и что-нибудь там еще. Шанс to Ignite, опять же, то же самое.
То есть, допустим, даже вот этот же самый линк взять и добавить Increased AOE и Confect. Ну и можно Increased Burning Damage потом поменять. Шанс Tignite вынуть, когда вкачается гем. Точнее, не вкачается, когда quality, он будет 20 quality. Пока что 2 quality, все. Можно намазывать даже. Там каждый quality дает 1% на поджигание. Пока что у меня шанс на Ignite всего лишь... Где есть шанс на Ignite? Ну, кстати, 43, нормально уже. А если я не поджигаю, то у меня в 2 раза меньше урона ровно. То есть совсем плохо становится. Тихо-тихо-тихо. Чуть не дернулся палец. Так вот, про Unreal. Они же там сейчас новую делают. Там же альфа вышла, и можно попробовать прям. Там супер красиво вот этот супер Unreal. Так, здравствуйте. Вот, а потом после 99 они напускали этих супер красивых Unreal для новых компьютеров и так далее. Супер технологии вот эти свои. И что-то я их всерьез уже не воспринимал. Считал, что они вот как Call of Duty считаются, что максимум YOLO 420 и вот это все, NoScope. Так, с этим примерно так же. Когда пинг говорит Fire Penetration, я улавливаю только вторую часть словосочетания. С чего бы? Fire Penetration. Я понял. Это потому что надо покрутить крутилочку. Так вы будете слышать, когда я дышу и соплю и все такое, но при этом вы будете слышать целиком весь Fire Penetration, и слова не будут отрываться. У меня есть просто этот... Строитель-то Ахмед, я не знаю, помнит ли кто-то, был момент один. Что строитель Ахмед руинил катку и делал звуки в стрим. Поэтому Ахмеда я отвинтил, а в итоге себя тоже отвинтил. Не это имел в виду. Да неважно, я все равно отвинтил. No way. Ничего не упал. Alteration, augmentation, jeweler, transmutation, augmentation, chance, augmentation, transmutation, augmentation, augmentation, fusing. Ну, кстати, нормально выпало. То есть вот так вот. 5 трансмутов. 1 фьюзинг. Ну вот, обещали плюс 7 атимов, ну и дали плюс 7 атимов. А с другой стороны, вот эти вот мелкие арбы, они кажутся, что не нужны, а на самом деле они прям супер топ. To virtue gem, when I commune with the corrupted, the feelings are the same, and here they are tenfold. У меня такой Ахмед уже полгода руинит. У меня проблема в том, что Ахмед будет еще целый год руинить, потому что они там дома строят, блин, а не то, что квартиры ремонт. То есть где-то здесь, ну, пара десят, как, сотни метров, полторы сотни. Не новостройка. Строит район на берегу реки. Буквально 5 домов, но... Я, кстати, там думаю купить квартиру новую. Можно будет переехать. А то здесь как-то не очень здорово. Только вот они до 2016 так будут долбать, и... Я рад, что... Заранее додумался купить звукозащитные окна эти непроницаемые. Иначе бы... Не спать, ничего. Они при том их абсолютно не тревожат. Выходной, не выходной, там 8 часов вечера, все равно долбит. Как безумно какие-то. Там, похоже, просто фанатики любят свою работу и за идею бахают отбойником. Реки Волга? Нет, здесь не Волга, здесь местная. Это речка Переплюйка. Называется речка Сатис. Не, она совсем мелкая. Ну, как мелкая? Мосты все равно надо строить через реки. Что-то с молотами здесь складываю их в сундук. Коплю их.
Собираем, коллекционируем. Давайте рипнемся на Коуле. Мне кажется, это сложно на самом деле. У меня просто квиксилвер, я его как-то перетапливаю. И все время сразу юзаю. Можно прийти на Коляна без квиксилвера и подтянуться к нему. Хотя мне кажется, надо быть полным дауном для такого. Но это мой случай как раз. Блин, а чувак, который рожает кучу трупов, а я через них пробиться не могу, у меня в этом проблема, что если он далеко от АОЕшки, о, все, заделываю. Стронгбокс. А мне есть помазать, если хочется помазать. Можно шансом помазать, но все равно шансы делать некуда. Мне кажется, шансы вообще можно носить исключительно на коробке, потому что шансы всякие эти. Clock of Defiance не нужны. Так, все тема. А вот на это прям бах. Желтый, гайс. Вот это повезло. Ну все, это сейчас прям будет эпик. Уважуха. Если обе шмотки с шестилинками понатыкать, дамажишь из полы, ты куда будешь баф всякие ауры вставлять? Ну, раз шестилинк на луке, два шестилинк на пузе, аура в шапку, Immortal Call в ботинок. А, собственно, и все, больше ничего не надо. То есть будет так, что здесь один Explosive Arrow, здесь Ice Shot, здесь, допустим, второй Explosive Arrow, здесь... Щет! Вот. Вожуха. Слушай, а действительно, коробка открыл, вожуха получил. Что-то я не это. А почему я кликнул? Я нажал, что ли, куда-то? А что там было? А, там Lightning Storm был. И стрим меня сживало. God damn it. Ну вот, я так и рассказывал, увлечен. Блин, ну вот. Не увидим, как билд работает. С этими вашими беседами. Ну ладно, гайс. Нормально, в принципе, я рад, что не придется дальше играть. А то поэт я включил поболтать, поболтали от души. Хорошо, время провели. Хороший вечер был. Надеюсь, вам понравилось. Вот. У меня, в принципе, там шмоточки-то есть. То есть, если стукнуть, мне еще подфармить. Но как-то я думаю, что... Сейчас, во-первых, Bloodborne меня манит, я могу внезапно сорваться, купить PlayStation. Во-вторых, Pillars of Eternity, который я уже говорил, что навряд ли я буду стримить. А в-третьих, всякие Super Mario Bros, которые тоже манят, и там приколы всякие. Метроиды, Зельды. Ладно, спасибо, гайз, пока. Черт подери. Так, а из стандарта здесь куча. Куча штаба должна быть. Лол. Не стандарт, это стандартный хардкор. Ладно, whatever. А до свидания, друзья. До скорых встреч.